Так, сегодня небольшая распаковка. Тут кнопка газа для велосипеда и еще какие-то три мелкие вещи. Так, начнем с самой маленькой вещички. Семена. Вообще-то я семена не заказывал. Надо посмотреть будет, что это за семена. Я заказывал не семена. Я-то из Монголии. Я заказывал луковицы. Опять меня вообще не знаю, странно. Ладно. Эпика полежит. Ну да. Посмотрел я. Это у меня заказ. Товар называется луковицы. А здесь какие-то семена, не знаю, за 33 рубля, банули, короче. Ему? Да. Нашел заказ, это заказа луковиц за 33 рубля, пришли какие-то непонятные семена. Сейчас даже на товар не зайти. Чтобы его открыть, видимо, удалено. Ладно, дальше идем, что тут еще. Надеюсь, не будет разочарования. Что-то нормальное. Что-то вещественное есть. Опа. И это вещественное. Коробочку уже почти порезал. Итак. А, это ковырялка из ушей. Вот. Будем детям на детях испытывать. Такая штучка. Тут два запасных. Одинаковые, в принципе, да. Так, легонечко. А, она еще с подсветкой. Классно. Так вот, грязику вытаскивать. Вот, допустим, у нас грязное ухо. Туда вот. Ну да, вот оно подсвечивает, все видно. А, классно еще. Все. Теперь у детей будут чистые уши. Стоило это удовольствие 55 рублей. Там набор ходил пинцет, оказывается, еще. И тонкий крючок, и густой, написано крючок. Супруга унесла теперь. Ей только показала, но куда-то их унесла. Все крючки. Вот только у меня. А, вот тонкий крючок такой. Вытаскивать. Там пинцетик. Пластиковый и большой крючок. Так они назвали. В принципе, вещегодность 55 рублей. Ссылку оставлю под видео. Так, третья посылка. Тут, наверное, луковицы есть какие-нибудь. Я запрошу луковицы. Нет. То, что еще тут? Тут. Что это так? Товар из Пандола. Интересно, это мне? Да. Так, открываем. А что здесь такое? Какая-то краска. Пахнет. Наверное, прикол, что ли? Так, ладно. Смотрим, что здесь. Что-то нарисовано непонятно. Да, мне сегодня колесо прокололось. Я, наверное, сегодня его не успею. С теми посылками. Ладно. Что это такое тут? Ладно, сейчас поищу, что там за заказ. Ну что ж, это такое-то акриловая флуоресцентная краска. Ну, для велосипеда. Велосипед красишь ей какие-то места, и она потом будет отражать свет. Но сейчас я это делать не буду уже. Эксперимент вот так на картинке. Я ссылку дам в описании. Потому что уже светлеет. Уже полярная ночь закончилась. Смысла не вижу.
56 рублей стоило. И вот такая такие магнитики. Я что-то думал, что они будут больше. Реально такие магнитики. Вот можно конструировать, что-то делать. Вот. Плюс-минус. Сейчас. Вот такая вот, типа, детская забава. Туда холодильник можно что-то цеплять. Ну да, это для холодильника магнитики не маленькие. Ну, что-нибудь вешать, фотографию, записку. Ну так. Пойдут. Только тут 68 рублей стоит. И самое главное, ссылка, которую ждал очень давно. Это ручка газа. Наконец-то она дошла. Не знаю, как я. Если у меня ничего не замкнуло в моторе, то тогда поставлю и поеду. Если там замкнуло, то мне придется и чинить. И тогда я покажу самое полезное видео на своем канале. Это починка моего мотора. Там, скорее всего, одна микросхема могла сгореть, которую необходимо будет просто поменять. Один, чтобы ее обычного вентилятора. Но вентилятор есть. Все, есть замена. Вот. Распаковываю лопатку. Это название клеммы были. Клеммы у нас нет. Да, придется. Сколько их тут? 6 должно быть. 5-6. Точно. Подойдет. Она как раз для моего подходит. Все точно. Все в рабочем состоянии. Все, пойду делать. Может быть, и видео покажу потом. Ну, в смысле, может, видео вставлю, еще не знаю. Хотя там. Вот так они держатся, так они выглядят, магнитики эти. В принципе, очень удобно, они тоненькие. И довольно-таки мощные. Вот они тут. Удобные такие. Рекомендую, честно. Кнопки газа еще были клеммы все-таки. Вот. Которые можно спокойно втыкать. Наконец-то. Вот я один втыкнул. Вот, сейчас вторую сделаю и пойду уже вешать ее.